4 безответные шайбы – ворота противника в первом периоде. Так началась первая игра сезона чемпионата Нижегородской области для саровских хоккеистов. На льду ХК «Саров» встретился со своим принципиальным соперником – стартом из Таншаева. Наша команда сразу настроилась решительно и хорошо повела первый период. Для Таншаева хоккейный сезон чемпионата начался неудачно. Сейчас игроки вынуждены выходить на лед в ослабленном составе. Прошлогодний лидер Слава Платичкин получил травму еще в том сезоне. Вот сейчас он восстанавливается после операции. А в целом то же самое. Антон Простотин получил в игре с Вачей травму плеча, если не ошибаюсь, тоже. И просто ребята уже не хотят на области играть, травмироваться. Вячеслав Платичкин может вернется еще к нам. Но пока точно все сказали, на старт сезона никто не придет. Начать сезон с сухой победы нашим хоккеистам не удалось. Во втором периоде старт собрался с силами и показал свой характер. В ворота саровчан прилетело 3 гола. В третьем периоде соперники обменялись по одной шайбе. По итогу хоккейный клуб «Саров» завершил игру со счетом 7-4. Игра была не совсем тяжелой. Как бы играли, да, с принципиальным соперником, с финалистами прошлого года. Поэтому вышли. Заранее поговорили, дали бой и выиграли. Ажиотаж очень сумасшественный. Все болельщики молодцы, много приходят. Спасибо, что болеют. Нам очень приятно играть при таких трибунах. На протяжении 3 лет «Саров» проигрывал Таншаеву в полуфинале чемпионата высшей лиги. В прошлом сезоне давние соперники встретились в финале, и ХК «Саров» завоевал первый в своей истории титул чемпионов. Как сказал тренер Сергей Макеичев, сейчас главная задача на сезон для наших хоккеистов – защитить титул, ведь планку ХК «Саров» поднял очень высоко. Первые игры – это самые тяжелые, первые и последние, как бы говорят, самые тяжелые игры. Установка была такая, начать хорошо, что и получилось, но потом опять у нас на одни и те же грабли наступаем. Думаем, что сейчас 5-0 повели и спокойненько. Люди играют, все команды играют до конца, поэтому немножко тут интрига создалась, но в итоге все спокойно, нормально доиграли. Открытие нового сезона чемпионата Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги стало настоящим праздником для болельщиков. На входе в Ледовый дворец зрители встречали ростовые куклы, аквагрим, военный оркестр и другие активности. После развлекательная программа плавно перетекла в торжественную церемонию на Ледовой арене. Следующая игра сезона состоится на выезде в Лыскове. А в субботу 19 ноября «Саров» встретится на домашнем льду с командой из Княгинино. Начало в 13 часов. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».